Волейбольный клуб «Югра Самотлор» одержал победу во втором матче Кубка России. Накануне в Ханты-Мансийске вартовчане встретились с белгородцами. Югорская команда провела серьезную работу над ошибками после игры с «Локомотивом» и вышла на этот матч с особым настроем. Хоть «Самотлор» и отдал первую партию сопернику, дальше в упорной борьбе вырвал волевую победу по партиям. Итог 3-1. «Югра Самотлор» завершила выступление на полуфинальном этапе Кубка России. Сегодня между собой сыграют команды «Локомотив» и «Белогорье».